Всем привет, друзья! С вами Михалыч. Сегодня отправились на крайнюю рыбалочку. Через пару дней я уеду на вахту и уже вернусь только в декабре. Поэтому собираемся где-нибудь покидать блесеночки. Может быть, поймаем щучку, тогда закоптим. Линурик рядом. Поехали вдвоем пешочком по речкам погулять. Может быть, выйдет из этого толк. Давайте приступать. Вперед, друзья! Заехали на эту стрелку, называется стрелка. Попробуем покидать блесеночку вправо-влево. Пройдемся буквально 30 минут. И все, поехали дальше, если что. Давайте. Бревно, что ли, какое-то. Нудук. Ну, тут еще мел. Угу. Ну что, друзья, не стали мы задерживаться на этом месте. Ленка оторвала блесну, потому что на земле в некоторых местах арматурина лежит, такая чуть-чуть торчащая. Оторвала, но у нее есть запасная такая же. Мы сразу едем туда дальше на место. Ну, вроде как одна поклевка была, но это что-то или мелочь, или так, ударчик и все. Ну, прошелся метров, сколько, не знаю, 50-100 и вернулся. Так что едем дальше. Ну что, друзья, речка Ларьёган. Машину бросили. А там свет в ней случайно не горит. Надо идти посмотреть. Жена уже пробует вертеть своей вертушкой. Посмотрим, что можно здесь добыть. Нам штучек 5 покоптить бы неплохо было бы. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Вперед! Ветер, дождь, но нам-то не помеха. Травку цепанул. Не пахнет большими щуками пока. Сейчас посмотрим. Дойдем до куда-нибудь. У жены-то точно ловиться должно. Хотя сейчас листва упала. Вряд ли будет. Оп! Чё ты? Не знаешь? Боюсь,
Понятно. Оторвать последнюю свою вертушку боишься? Сетями заставили тут все. Вон тоже сеть стоит. Сейчас посмотрим. Кружочек сделаем. Намерзнемся. Пустим сопли. И домой пойдем. Ни одно... Ну, говорит, поклевка жена была. Но мне блесна спуталась в это время. Ну-ну. А нам не надо здоровых. Много. Мешочек 2-3. Хиловастенько. Ладно, поклевку хоть почувствовать. У меня вообще поклевки нету. О, малек есть. Где есть малек, там есть рыба. И окунь в такие места за это заходит, и ясь, ну и щука, соответственно. Оба! Видели? Что-то гоняет малька. Прикольное такое. Или блесна не нравится. Нет поклевок пока. Друзья, первый улов. Бедный щучонок, весь какой-то покусанный. Чуть ли не чешуя с него снята. Но мы его отпустим, маленький. О! Давай, давай, друг. О, удрал. Ладно. Посмотрели, рыба есть. Вот на эту хорошо ловилось. Очень. И вот на эту очень хорошо ловил. Все, здесь брать больше нечего. Поппер сейчас не работает. Вот на эти я не знаю. Так, а что, машину закрывать? Я что-то так боюсь. Да берег чуть-чуть. А с целым чемоданом рыбы пойдем. Вообще тяжело будет. Сеть, да? Ну, лодками порвали, наверное. Это брошенная сеть, но тухлая. Бесит меня. Это не люди, а вообще. Она в землю уже вросла ли? Угу. Ну так, ничего закидываешь. Сука. Ну. И щуку. Еще и с рыбы, блядь. Еще и щуку поймал. Вон она тащится. И вон щука. Живая? Нет. Да. Да.
Украли ее это. Вон, тухлятина, блядь. Две щуки живых, ага. Там еще что-то, наверное. Смотри, щука-то есть. Значит. А ну все, это нет. Ну-ну. Она там дальше идет. Что тут? Я потянул, рвется. Груз там должен быть. Ты собрала все свои блесла. Нет, ну, половину улова добыли. Ну. Это свежие попали щуки. Те стухли уже. Нормальные такие, но, да? Ну. Угу. Я и говорю, она должна здесь и заходить, рыба. Только что не берет что-то. Ну? А что думаешь, настоящие бы бросали бы, что ли? Браконьерские сети, которые бросили, и они уже черт знает сколько валяются. Весной, наверное, ставили, потому что вон скелеты от рыбы валяются. Замыло уже их. Вон там. Браконьеры никто на сети ловит, а кто их бросает? Вот это браконьер настоящий. А кто поймал себе ящик рыбы? Че, браконьер что ли? Все убрал, все. Рыбу переработал, не выкинул. Пойдем дальше. До мыса решили до того дойти. Может быть, что-то будет. Пока что-то не очень. Поставил виброхвост желтый. Посмотрим, что тут у нас. Что-то не нравится. Думаю, что рыба есть. Просто ей что-то не нравится. Скорее всего, погода. Еще что-нибудь. Есть у меня еще одна секретная рыбка, на которой в плохую погоду хорошо ловилась. Она такая полосатая, под вид окуня или еще что-нибудь. Потому что сейчас листва падает, и рыбе может не нравиться всякие такие белые, желтые штучки. О, какое ветрище. Поэтому покидаем виброхвост на обратном пути, нацепим что-нибудь другое. Следы рыбаков видать, кто-то блеснил ходил, но пока поклевок нету, замерзли уже совсем. Ну ничего, до мыса дойдем и все, домой, если клевать не будет. Чё? Как тебе рыбалочка? Никак. Никак, да. Поймали одну шурагайку чуть больше блесны. И в браконьерскую сеть две щучки. И больше ни одной поклевки. Начался дождь. Холодный ветер здесь за поворотом. Поедем домой тусоваться. Всем пока и удачи в нашей нелегкой жизни.